Братики Владистанции, смотрите, я думаю, что многие из вас неоднократно слышали про канал Билли. Это Миха, человек, с которым мы хорошо общаемся, ну, который звал меня также делать совместный контент. Там он рубрику делал «Дуэль на понижение». Было очень круто, там очень зрителям понравилось, мне тоже понравилось и так далее. Но есть такой момент, что, к сожалению, к огромному сожалению, Билли не делает видосы уже довольно давно. То есть крайний видос, который у него вышел, был 23 февраля 2023 года. То есть действительно очень давно не выпускал контент. К сожалению, как вы знаете, что с Ютубом там уже и монетизации нету, да и рекламодателей на тонковом Ютубе особо нету, поэтому делать контент становится все сложнее и сложнее. Поэтому я прекрасно понимаю, что человек, наверное, уже немножко перегорел, может, не хочет уже, ну или нет такой должной мотивации. Хотел бы с вами сегодня посмотреть вот этот его видос, да, который крайне вышел на канале, но, надеюсь, не последний. Я очень надеюсь, что все-таки Билли найдет в себе новое вдохновение, новые силы, новую мотивацию и будет продолжать радовать людей годным контентом. На самом деле он всегда старался и всегда пилил качественно. Всегда старался. Там какие-то идеи офигенные, постоянно какие-то коллабы с блогерами, постоянно какие-то движухи. Прям один из самых качественных контентов на танковом Ютубе на протяжении длительного времени. То есть человек постоянно что-то выдумывал, крутился, как-то старался и так далее. Давайте заценим, ребят, я думаю, вам это тоже будет интересно. Напомним про такой замечательный канал, про такого замечательного контент-мейкера. Кстати, Билли мне в свое время тоже помогал с каналом. Я помню, лайк мне ставил там со своего канала, там какой-то репост сделал. Никогда, что называется, не забуду про помощь. Ребят, напоминаю, что я сейчас в отпуске. Не переживайте, не паникуйте, стримов нет. Нет, я предупреждал вас, стрим будет уже 3 октября. 3 октября, ребят, ну, вы поняли. Погнали, заценим. Быть взрослым мужиком и вот так пилить по фану. Это лучшая команда, это лучшая командная игра в мире, прикол в мире танков. Смешно, да, прикольно, кому-то. Мне смешно. Главное, мне смешно, остальные вообще плевать. Ой, токсик, токсик поймал, попал токсика, поймал. То есть ты реально убежден, что им смешно, да? Кому им? Я говорю, мне смешно, мне весело и все, на остальных мне насрать. Я эгоист. Ну ты красава, братан. Пи***ки. Два били, мне получается. Мне кажется, ты мой брат, как думаешь? Кто пи***ки? Я третий. Вы? Мы? Не, мы не пи***ки, мы просто любим мужчин. Давай поехали. Я да. Вот это настоящий танкист. В смысле, поехали? Ты езжай, ты ж на мясо едешь. А я пострелять пришел. Я на мясо? Оп. Ну да, ты мясо. Животное. Давай мясо, танкуй. Покажи, как надо. Там же жопа горит. А я вот в борта не умею пробивать. Лох получается. Вообще печальный. Петух дырявый. Согласен, согласен. Порвало. Порвало танкиста. Какая дружелюбная игра, мне так нравится. Тут такая атмосфера классная. Моя там сейчас 28 убьют. Да ёпта вы, как они успевают-то? Пошел под, да? Аля, где альфа моя? А вы в натиск играете, парня? Пи***ц, я ему докрутил, подкрутил. Тебе надо танковать и убить им что-то. Хорош! Блин, бра. Блин, бра. Лобанчик, давай, братик, тащи. Не зря ж стоял, хп берег. О, хорош. Бери его лобовую. Не дай ему закружить себе. Да ёпты, ну чё ты? Сейчас тебя продырявят, смотри. Смотри, в жопу заходят. Опа! Ты чё, промазал? Чё, сейчас, Маус, походу, как потанковал, и третий. Ворвался? Нормально? С кайфом? Мусор на углу, Найс постоял с кайфом, потом отсосал с кайфом. Ну, отсосал, теперь очко горит у тебя, да? Полей, понимаю. Да, понятно, рак ты, ёпта. И чё, ну, играть? Добавь, и чё, играть? Живи. Я нормально тут живу, брат. Блин, ну это на самом деле такой лютый дефолт для натиска, там такие любители посраться прям приходят, знаешь, чисто пришли, бутылочку Балтики такой подоткрыли и начали делать хорошо. Я тебе сейчас попытаюсь помочь, сможешь? Да, нормально, а, все, на меня вкатывает, да-да-да, я падаю, давай, я падаю. Там. Сейчас, подожди. Он промазал. Хорош, убивай его. Да я какой убиваю, я ничего тут не сделаю. Хорошая палка, кса. Ой.
ну вас. Пойду-ка я лучше поплаваю пока в мире этот... кораблей. Красочный что-то мак... пока не перло немножечко. Ничего, попрет. Ща попрет. Для быстрого старта. Увидимся в игре. Командир. Командир. Вверх играть, вообще вверх. Не, возьми МХ, лучше возьми МХ. А МХ, он медленный. Да, да, да. А похуй, ну мы закроем, пошли все мид играть. Все. Пошли все вместе, Миш, кстати. Беда, я с ними поеду, потому что да, запушить. Да, да, да. Потому что я третий. Я хотел просто сказать. Скажите, какой мне танк взять, и все. СТБхи, гоу направо. Ебра возьми, ебра. Ебра? Нет, так налево сюда ебра загоним, он заберет сразу плюшку. И будет потом отыгрывать. Сейчас будет, ребят, да, нифига, показательная игра на ЕБРе. Проверяйте. Так, мужики, ну я пьяный, если нормально что. Нормально там чел колет. Сейчас куда-то врежусь, не виноват. Ошибается, давай, Вазик, алё. Так всё, убираем. По фокусу. Ля-ля-ля, вот стрим дали, нифига тиммейты. Тупо подводочкой, походу, играет сегодня. Сейчас они пускай раскатятся, да? Так мы эти два танка заберем. Да, а мы их заберем побыстрее. Пошёл тимплей. Ща, короче, попробую спину зайти к ним. Ещё расходочку. Кинул вам расходку туда. Вас не заденет, если чё? Заденет. Дядь, давай я приму тычку от него. Давай я от него тычку приму. Блядь, он сейчас затаранит меня, сука. Давай. Слушай, я плюху подрубил. Давай. А, у тебя же, блядь, ДПМ. У меня ДПМ. Сейчас я не доберу. Ну, я тебе чуть-чуть помогу. Слушай, я так смотрю на этот... Так смотрю, этот видос, блин, наш самому захотел чуть-чуть натиск зайти. Давай, я ещё готов принять. Или это ошибка, чат? Принял. Скиток сбил на что. Я его разбайтил, всё, можешь сыграть. На КД. Пацаны, ну... Ура! Неплохо, неплохо. Вот это я лошар. Не, ну, пойдёт. Более-менее, что-то как-то ещё сыграл. Минус водительские 30к штрафа, нихера себе. Пожалеете меня. Короче, у меня тактика есть гениальная. Я поеду на бэшке сюда. Кто будет закатывать, я дам барабан. И всё. И сдохну. Великолепный план, Уолтер. Надёжный, как швейцарский. И всё. Возьмите тяжей. Бачат, ЕБР. Бачат, без связи. Печально. Билли Кукстер. Здорово. Чё, тебя бустят? Правильно понимаю? Меня не бустят. В смысле не бустят? Она, я смотрю, у неё там, смотри, сколько полосок, ё-моё. По-любому бустит тебя. Ты не тащишь, получается? Слабенький, что ли? Ну да. Понял. Вот так вот всегда. А за сильных женщин прячемся, да? Не говорим. Так, у них тут два танка внизу. У вас там большинство. Немножко приспустили. Они, короче, мужики застопились просто. Перед девочкой. Найс. Засмущали. А у них есоты еще. Дядь, у них даже три танка внизу. Поехали, просто въедем, убьем их. А, у них башка, смотри. Мужики, три танка внизу у них, убивайте их быстрее. Убиваем. А, я все. Блин, я никак бы тут не зажил. Я ебутый просто. Не спрашивай, почему, просто ебутый. Я тоже ебутый, у меня 400 дамага. Сильно. У тебя 400, 400, то есть я не самый лох, получается. Ну да, ты сам сказал, мы его бустим. Подруга это с него, да, угорает. Я понял, барабан раздал, я троих впитал. Все. Швейцарские часы. Привет, ребята. Дратуйте. Дратуйте. Как ваши дела? Заебись. Ты у меня все классно. Ай, говноед. Да пошел ты нахуй. В натуре, пошел ты в очко. Не нравится, замьють меня, да? Правильно мы говорим? Ты уже просто не актуален, я понимаю, просто замьють меня и все. По-моему, суперконь. Мало что очевидно, но вы все пи***ры, вот что очевидно. А, поменяли все карту. Билли, ты что ли? Кто здесь? Дед Пихтобу. А, здорово, дед. Здорово, Беляша. Как там пенсия, нормально? Замечательно. Залагала? Печально. Мышко, это же ты? Да господи, с кем разговаривать, ё-моё? Беляш. Этот Мышко с вами сейчас в одной комнате находится? Да. Понял. О, проснулся, ура. Где ты был, брат? Какал? Билли, братишка, Билли. Где ты был, говорю?
канаве валялся, канаве валялся. А, понял. С возвращением. И пикетный танкист, где ты был, говорит, в канаве валялся. Нормально? Ибо мы в канаву сами уйдем. Это да. На каток повторил. Все, опять тимплей начинается, не понял. Я отжимаю, отжимаю позицию. Давайте, тихо. Отжимание, да, бегать, прискачаться. Сотка, прокати за прямо. Ну цейс. Ну сотка, да еб... Сотка, что с лицом, сотка? Сотка, нормально? Канаву? Либала завали. Либала завали, айина. Опа, контент пошел. Сигарку дать закурить? Сигарку дать закурить? Ну так это ты алкаш и сигары бывает. Не пищи, мышь. А я нет. Блять, почини свой микрофон, животное. Ля-ля-ля, на агрессии чисто, хера, взбунтовался из канавы. Как у него пердак пол... Бля, это так смешно. Как у него пердак полыхнул. Алло, вы меня искали, я пришел, здорово. Алло, привет. Пронто. Скучает сердце мое. Let's go to Казахстан. Актуальненько так-то, между прочим. Let's go to Краснодар надо. Ну какой Краснодар? Там тебя достанут. Я вазик понизу поехал, такое. Мы можем влево вообще все равно. Там все вниз можно уже. Их здесь до хера. Или базу будем брать. Или... Не, надо убивать. Пока КС-ка там берет, надо ехать. Мы пока просто приедем. Какую базу выдавать быстрее? Да едем, не кипишуй. Ну... А, у нас... Сейчас все пьете. Какой ш**ли, успокойся, мужик. Мы приехали, сверху их отпи***ть. Миша, развернись, М4. М4 развернись. Мы можем убить или нет? Сзади. Я КД. Мы не, нам не хватит барабана. Ехать. Я понимаю, нам барабана не хватит. Два. Ну, блядь. Не, мужики, про***. Что-то кажется, их здесь застукают. Твали, не, блядь. По головешке. Сразу было видно, блядь. Не знаю, но мы после боя посмотрим на тебя. Хорош, кстати, берег. Я маленький, тут лень. Засейвился. Откатывай, даешь? Или ты на КД? Я уже дал 200. А, все, тогда я стою кровью. А ты не можешь вперед нажать? Подожди, или, сейчас. Что по КД? 6, нет, тут как будто без шансов, да? Все, а, давай я сейчас выйду прямую, поехали. Давай, ты прими, я просто там. Коня, ты не хочешь просто выйти внизу там кого-то? КД нет. КД. Дядь, должно у тебя пройти, давай, только все пробей. Надо сначала млеху это убить. Хорош. А я ЦСки поехал в очко сразу, слышишь? Смотри, вообще по красоте, да? А ты будешь что-то делать или как? Мы с кайфом потащили. ЦСКа в очки, если что, заходит на этой, на кто там. Поспешил. У меня две, я еду добивать. Хорош. Так, я на КД. Все, выиграли. А, слышь, что, давай я сейчас заряжусь. Да. Во, на да, КД. У нас... Давай схватим. КД. Блин, реально так-то тоненько. Зароляло то, что он прикрыл союзников тайминг. Все, кайфом. Спасибо за победу, красавцы. Давай. Из говна вытащили, можно сказать. Ну да, мы я думал, там било. Крикливого посмотрим. Бля, реально просто. Просто бой, просто сказка. Муа, муа, красавцы! Жму лапу всем! По 5 капелька! По 10, ладно, заслужили. Бля, серьезно, бабаху? Мужики, с бабахой едем. Как он, нормально? Ну, значит, он в себе уверен. Угу. Сейчас посмотрим. Нет, блядь, тут один чел, кстати, нормально, тут на бабахе тоже с нами. Блядь, я тоже нахуй видал, кипок, 4 косаря, там... как нахуй пазочки лепить, нахуй. Там сколько охерительных историй, ребята, в этом натиске можно выслушать. Ничего себе. Понял. Охерительная история на охерительной истории. Ничего, реально самому захотелось ворваться туда с двух ног, блин, в этот надрис. Что там бабахич накидает, как думаете, чат? Они за эти расходки две тычки получили. Пытаемся. Неплохо, неплохо. Вон, ЕСОТ выиграл, проверяю. Хороший роднулёк. Ща подъеду, 60 ТП заберу. Давайте, мы с Малосом пока поживем. Малос, не надо, не надо, не теряй ХП. Давай. Ай, хорош. Давай сейчас. Слушай, ну били вообще лупашит так, скилловенько, да? Я помню, мы в битве блогеров, там где 7 на 7 лупашились. Он хорошо делал. Сейчас, надо минуснуть Е4-го слева. Мы как раз в одной команде были с Билли. Я не пробил его. Хорош. Давай я теперь приму. Все, он КД. Хорош. Красавый.
Спасибо за бой, мужики. Взаимно. Слушай, нормально тащит, да? Зачем две прогеты нам? Зачем она берет мужские мешки в рот? Ну понятно. Они еще и мешаются. Ну тупые, потому что. Они берут бесполезные эти базы. Ой, они реально тупые. Ты что вы делаете на прогета вообще, придурки, блядь? Я его понимаю, бомбежку его. Добьешь его, если что? Да нет, у меня БК нету. Все, понял тогда, отъедь. Только не дай, не перекрывай его. Все, живи. Ну все, победа. На потного, ну победа. Вам тишака просто, нормально там ты привется. Два ублюдка на прогетах ездить по этим базам, берут. Бесполезно. Нифига у него пригорело. Чё они делали в бою, блин? Чатик, вообще, ВК в целом думаете? Может быть, еще какие-то отдельные выпуски глянуть? Можете черкнуть в комментариях. Чтобы вы понимали, ребят, это пока крайний выпуск на канале Билли. Надеемся, что, я говорю, у человека появится вдохновение, он еще будет радовать людей контентом. В любом случае, он всегда старался. Всегда. И причем много очень разного контента. Я помню, у него, если вы помните, когда КБ был. Помните, когда был КБ? Вот там у него выпуски вообще залетали пушечно. Там прям отвал был. Если, кстати, хотите, можем старые выпуски Билли из КБ посмотреть. В общем, жду вашу реакцию. Надеюсь, что вам было интересно. Вот. Так что, вот. А Билли, скорейшего возвращения, скажем так, на танковый YouTube. Спасибо за просмотр. КБ.